Ну вот, делаю зарисовки черничные, то есть фотографирую. И вспомнил, Петров Воткин рисовал картины, а карбюратор клапанов создает топливную смесь и направляет ее в цилиндр. Вот. Карбюратор практически нульц вообще. Сейчас я его помою. Диаметр диффузора 26. Диффузор — это вот та часть, которая, когда его раскрутишь, вытащится оттуда изнутри. Вот та. Вытаскивается она, когда открутишь вот этот. Вот этот. Им крепится. И она вытаскивается. Вот тот диаметр — это диаметр диффузора. Не вот это, не начальная часть, не конечная, не какая-то там, а именно там, где там вдали за рекой. Вот так я его отмыл. Пишите, кто знает, как этот, это ж не клапан, как оно называется, для чего оно, как Высоцкий пел, что-то там типа: умных среди нас много, но больше дураков. Ну, это так, образно я сказал. А, короче, вообще так вот. Весна покажет, кто где срал. Вот такие дела. Ну, для того, чтобы извлечь утопитель поплавка, берем от свечи вот этот навертыш, ставим сюда. Это я уже немножко уже пробил. И вот так вот. Тук-тук делаем. И вот этим он цел остался. Ничего с ним не случилось. Кладем его на место. И вот он. Пожалуйста. Сейчас мы его протрем и поставим вот сюда. Вот. Забьем его до упору. И все дела. Ох! Обогатитель я уже поставил. Вот с этого выкрутил. Или с этого. С какого-то из этих. Вот, занимаюсь, значит, все-таки карбюратором этим Т. Как выяснилось, на нем нету вот этой штучки, дрючки, которая заслонку держит для холостых оборотов регулировать. Вот она. А на игле, на его, стояла вот эта пластинка. У нее отломан вот здесь вот такой вот носик. Вот такой носик отломан, который вот сюда защелкивается, чтобы сама игла не поднялась. То есть все беру я вот с этих карбюраторов, как с доноров. Возьму полностью крышку, она с прокладочкой уже кошерная, с этим штырьком для регулировки холостых. Трубочка такая под резиночкой тут. Все хархарючки для регулировки, троса, рубашки длины. И, значит, еще с этой иглы, с ураловской, снял вот эту прищепку с неотломанным тоже. Все остальное, что негоже, поставим на место. Здесь не хватало гравера. Гравер тоже я вот нашел, искал его 10 минут в коробке. Потому что звери откручивают и все это теряют. А должно быть хотя бы, может, она в жизни не пригодится, но она будет в комплекте. Вот. Тут это все стоит, все уже собрано. Потом я вырежу прокладочку сюда, паранитовую, и прикручу сюда. Ну, все это покажу.